В регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные матчи. Вашему вниманию результаты сыгранных матчей за 3 и 4 января 2017 года. Металлург, Новокузнецк, Витязь 3-4. Сибирь был сильнее Локомотива 3-2 по булитам. Авангард, Динамо Москва 2-3. Лада, Металлург, Магнитогорск 2-4. Нефтехимик по булитам обыграл Салават Юлаев 1-0. Акбарс, Трактор 5-3. Динамо Минск, СКА 5-4, Динамо Рига, Северсталь 5-2, Слован, Амур 2-0, Медвещак, Кунлун, Редстар 1-0. 4 января Югра, Торпеда 0-2 и Автомобилист, Хоккейный клуб Сочи 1-5. В данный момент проходит еще один матч Борис, Спартак. Идет на момент записи видео третий период, счет 2-0 в пользу Бориса. Турнирная таблица западной конференции лидирует, как и прежде, СКА питерский после 44 игр 104 очка. На втором месте московский ЦСКА 101 очко. В восточной конференции магнитогорский Металлург удерживает первую строчку после 45 игр 96 очков. На втором месте Авангард после 46 сыгранных матчей 87 очков. Следующие матчи регулярного чемпионата пройдут 5 и 6 января. Металлург, Новокузнецк, Локомотив. Сибирь примет Динамо Москву. Авангард, Витязь, Лада, Трактор, Нефтехимик, Металлург, Магнитогорск, Акбарс, Салават, Юлаев, Динамо, Минск, Северсталь, Йокерь, ЦСКА, Динамо, Рига, ЦСКА, Слован, Кунлун, Редстар, Медвещак сыграет с Амуром, Югра со Спартаком, Автомобилист, Торпеда, Борис, Сочи и Медвещак, Адмирал. На этом все. Если видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки под видео и всем пока.